после того открыли это новое оборудование, нам стало легче собирать яички быстро. Мадина Ихласова работает здесь вот уже 5-й год. Говорит, в начале пути труд казался тяжелым. Сейчас же с приобретением такой современной техники сборка и сортировка яиц проходит на одном дыхании. Фермеры в этом селе стараются идти в ногу со временем. Часто посещают зарубежные отечественные птицефабрики. Эти знания они используют для восстановления промышленного производства яиц в Дагестане. Мы получаем в день 30 тысяч яиц. Работники, которые обслуживают, очень довольны. Легко работают, 2 раза, 3 раза. Легче работа, чище. Экономия кормов. Это оборудование, экономия воды в этой оборудовании, микроклимат хороший в этом оборудовании, птица чувствует себя хорошо. Так что экологически чистые яйца сегодня мы получаем. С начала этого года птицефабрика в 2 с лишним раза расширила мощности производства яйца. Помогло в этом фермерам и Министерство сельского хозяйства. Часть оборудования удалось приобрести именно благодаря гранту по линии ведомства. Но специалисты говорят, еще есть куда стремиться. Яйцо, качество отличное. Мы сейчас не боимся никакой конкуренции. И она соответствует тем стандартам, которые требует покупатель от производителя. В районе мы сейчас производим где-то 23-24 миллиона яиц. Это 0,1 часть республиканского уровня. Ну, промышленный масштаб. Это маленькие производства. В ближайшее время, если вот такое внимание власти будет, мы сможем чуть-чуть обеспечить собственное производство яиц. Сегодня цех выпускает до 20 миллионов штук товарного яйца в год. Это самая крупная птицефабрика яичного направления в нашей республике. Кроме того, современное импортное оборудование делает предприятие единственным высокотехнологичным во всем регионе. Патимат Ханапова, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Буйнакский район.